Вот пришла в магазин Joanne. Хочу купить себе кисточки новые, потому что старые у меня остались, когда я рисовала, бросила года два назад. И они у меня такие все уже, и муж пользовался там под краску что-то. В общем, приехала за новыми кисточками. Ну, кисточки тудым-сюдым, как бы, никуда не денутся. И вот зацепилась опять за поделки. В общем, здесь можно купить абсолютно все, чтобы начинать что-то делать своими руками. Чего только здесь нет. Ну, это ладно, это вот эти камешки тоже. Как интересно повыкладывать, просто понаприклеивать, взять любую вазу, либо любой сосуд и выложить, допустим, красными камешками, вот этими вот большими кругляшками вот такими. Ну, в общем, что угодно, у кого на что хватает фантазии. В общем, я когда захожу в этот магазин, мне сразу хочется купить все, с тем, чтобы начать что-то делать своими руками. Ну, не получается, у меня не хватает на все это, не получается, хотя давно пора заняться. Вот какие красивые ракушки, они стоят $13. Вот с этими ракушками тоже можно делать все, что угодно. Вот такие вот всякие, вот они, камешки такие красивые, ими тоже, вот, и вот тут же показано, что с ними можно сделать. Сразу картиночки. Вот раковинка какая, прям красавица. Вот это тоже что-то шилс, это тоже от чего-то такое вот, если видно. Тоже все это морские как бы организмы, вот это все из моря, насколько я поняла. Это уже пошла природа, это уже все, что взято из природы, шишки, даже вот такие грибочки, куда люди это используют, даже листочки. Ну вот у кого-то что-то тут в Америке, конечно, все есть для того, чтобы раскрыться вашему потенциалу. Кто на что гораздо сюда придешь, в этот магазин, и сразу хочется что-то делать. Вот ключики какие интересные. $6 стоит, вон сколько этих ключей. Чего только. Вот, пожалуйста, мох. Вот грибочек уже готовый, декоративный. Вот тоже какие-то шишечки и какие-то вот всякие фигнюшечки. Ладно. Здесь тоже какие-то листочки засушенные, сухой мох. И все это живое. Ну, в смысле, оно было живое, но его высушили. Это только я в одном отделе. Чтобы обойти весь этот магазин, это не знаю, сколько надо времени. Тут очень много ткани, тут есть для художников все, и кисти, и холсты, и абсолютно все. Ладно, пошли. У меня из этого магазина, наверное, штук 5 видео уже есть. В разное время года я снимала. Ну вот я прихожу сюда, и я не могу опять остановиться. О, какие прикольные эти ведерочки. Пожалуйста, делай, что хочешь. Только руки. Руки и вперед. Это все для свадьбы, по-моему. Для кейки, да, это все для свадьбы. Вот они, невесты. И тут все для того, чтобы приготовить свадебный торт. Это тоже, по-моему. Да, это тоже вот все для приготовления свадебного торта. Тут краски для еды. Ну, в смысле, съедобные краски. Ага, и вот я пришла сюда, куда я, собственно, шла. Вот акрилик. Вот чем хороши эти краски, мне нравится, то, что их можно смывать водой теплой, с мылом. Они, вот такой набор стоит $25. Так, я пришла сюда за кисточками. Сейчас я покажу, какими красками я пользуюсь. Я пользуюсь масляными красками. Вот такими вот. Ага, вот такими. Нет, немножко другая фирмочка. Но тем не менее, вот эти все краски, это все масло. Или это акрилик? Должно быть масло. Акрилик, вот это акриловые, вот это вот масляные краски. Просто есть еще магазин Michaels, там тоже этих красок видимо-невидимо. Вот таким ножом я пользуюсь, но он у меня заржавел уже. Я не буду покупать новый, я просто его ототру. Так, а такого ножа, кстати, такого размера, как у меня, его здесь нет.
Вот это все утончитель, у меня тоже такое все есть, утончитель красок, чтобы краска, вот она у меня немножко подсохла, и я могу эту краску просто сделать тоньше. Пошли кисточки. В этом магазине мало, есть специальные магазины для художников. Там очень-очень много всего. Ладно, не буду пока останавливаться на этом. И вот они пошли, канвасы. Вот сегодня 40% скидка на все канвасы. Это холст. Канвас — это холст. Так, пуговицы пошли, нам не надо. Пуговицы и чего только. Бумага всевозможная. Все для поделок из бумаги. Рамки нам не надо. Всякие машины приспособления. Это что такое? Вот это что-то, я не знаю, для чего это. А, это вот она вырезает. Она вырезает из бумаги всякие формочки. Вы заложили программку, она вырезает всякие формочки. Тут, кстати, это очень-очень распространено. Очень популярно вырезать из бумаги. Дальше. Вот тоже акрилик. Краска. Вот такие штампики мне очень нравятся. Вот вы берете, например, этот штампик, макаете вот в краску любую, какая вам нужна, и это принты, и принтуете либо на бумагу, либо на одежду, куда угодно. Вот сегодня 30% скидка на все. Вот тоже лицо, пожалуйста. Вот оно в зеркальном отражении. Его в красочку макнули, отштамповали, и, пожалуйста, уже красота. Так, это, по-моему, это краска для... Нет, это не для ткани. Но есть специальная краска для ткани. Я, когда крашу себе джинсы, вообще я крашу себе иногда майки рисую, джинсы крашу. Я все это крашу обыкновенной краской, которой я крашу забор. Вот опять же вот эти вот штучки, как они называются. Вот что-то уже, вот эти уже вырезаны буковки, пожалуйста, тоже берете и что-то себе делаете. И кому лень вырезать. Так, все, что касается вот тут кусочки плейвуд. Плейвуд — это фанера, фанерка тонкая. Вот опять же краски. А это уже пошла краска на ткань. Ну, я еще раз повторяюсь, можно акриловыми красками красить ткань, и прекрасно стирается, и прекрасно как бы сохраняется, и цвет, и все прочее. Ну, тут уже краска в баллончиках с распылителем. Опять-таки, это так, для домашнего, как бы, для стул покрасить, там, кому что надо. Тут есть краски с распылителем Home Depot. Можно покрасить даже газовую печку. Не газовую печку, ну, печка, горячую печку, у нас электрическая печь. Можно ее все покрасить, она стойкая на как сказать, она стойкая на горячо. Так можно сказать. Холодильник можно покрасить и все это прочее. Вот опять же пошли кисточки. Вот в трех отделах продаются разные кисточки. Я пришла сюда вот за такой кисточкой. А, нет, она плохая, кстати. У меня есть кисточка от Боба Росса осталась у меня, но она у меня очень старенькая, и я уже не могу ей пользоваться. Ладно, я потом сюда приду. Я сюда приду потом. Тут куча ниток для вязания. Просто море ниток для вязания. Вот они немножко тут все переделали, переставили. Море. Тут море мулины. Можно вышивать, хоть завышивайся. Вот отдельно мулины. Все для вышивки. И вот продаются специальные и книги по вышивке, и все это прочее. Ладно, туда я не пойду дальше. Вот опять же краски. Краски, кисточки. Вот. Это тоже акрилик. Акриловые краски. Вот их как много. И сейчас я пойду сниму ткани. Тут ткани тоже море. Все что угодно. И, кстати, много ткани, которые здесь нет, есть как бы кусочки, и можно заказать. Все переделали, ага. Тесьмы — это вообще отдельный разговор по тесьме. Тесьма какая угодно. Вот их горы, залежи. Все цвета радуги. И есть тесьма и с блестяшками, и с кубиками, и с рубиками, и что угодно. Вот они, вот это все тесьма.
Вот они, ручки для сумки. Если вы сшьете сумки, пожалуйста, вот вам уже готовые ручки. А, вру, это не ручки, вру. Я думала, это ручки. Ну, хотя можно, кстати, использовать. Это на голову одевается, обманываю я. Ну, я иногда бывает, подманула, подвела. Вон сколько это тесьмы. Я же говорю, приходишь и хочется сразу что-то купить и что-то начать. Вот даже с деньгами, пожалуйста, настоящие деньги, золотые серебряные монеты. Не хукры-мухры. Кожа, вот чистая кожа, вот она тоже кожа натуральная. Вот опять с монетками. Вот монетки. Даже вот тесьма из меха. Ну, он, понятное дело, не натуральный. Вот это все тесьма, тесьма, тесьма и тесьма. Вот бантики сделаны из тесемочки. И вот такие штучки вы можете брать бесплатно. Вот взяли домой себе и дома вам подсказочка, что из этого можно сделать. Мне не надо, я такими не занимаюсь. То есть вот это все берется бесплатно, снимается. Это бесплатная рекламка, как бы подсказка вам, что делать. Из того или иного. Вот это уже, конечно, это уже надо, за это нужно уже платить, понятно. Тут очень много книг по всем этим рукоделиям. В каждом отделе. В отделе, где пряжа, там вы найдете много книг по вязанию. В отделе по шитью много книг. Не столько книг, сколько журналы мод. Вот, приходите сюда. А, нет, это класс здесь. Здесь класс. Да, они все переделали. Ну, тоже я могу взять журналы и сесть сюда, сидеть, читать. Ну, пошла ткань. Ткань надо, нам не надо. Ну, я, как всегда, иду на зебру. Зебра. Итак, она что-то такое вообще, как бы, как плащ, что ли? Не плащ. Она плотная-плотная. Home Decor. Ну, это просто, наверное, обивать мебель, потому что она очень плотная. Ладно, тут немножко, там немножко. И вон они пошли, ткани, залежи ткани. Очень часто ткань бывает на оценке. Ну вот что там часто, вот написано 60% off. 60% от цены. И есть еще 50% от этих 60%. Отдельная, сейчас я покажу. Вот тут 40% оценка на всю ткань, которая здесь расположена. Сейчас я покажу, вот Red Tag. Вот где Red Tag, вот. Тут уже идет уцененная и еще 50% от оценки. Допустим, она продавалась, к примеру, там стоила $10, потом стала стоить 4. И вот теперь 50% от $4. Вот эти кусочки можно покупать и делать с них все, что угодно. Вот так вот. Вот такой шикарный магазин, просто шикарный магазин. Тут вам отрежут ткань. Для того, чтобы отрезать ткань, надо взять вот этот билетик. Вот я беру билетик, и уже вот номер высвечивается билетика. И спокойненько можно гулять, и они объявляют, когда какой билетик. А, ваша очередь. Никакого столпотворения, никаких драк, ругачек, ничего. Ну все, заканчиваю. Пошла покупать себе кисточки. Ну это вот детская, как бы это больше для детей. Вот опять же, куча же. Вот эти журналы все на продажу. Их все можно брать здесь и читать, и делать с них фотографии, все что угодно. Но это, опять же, маленький кусочек журналов. Тут очень много журналов и таких книг по рукоделию, по обивке мебели, по... Опять меня на серебро тянет меня на серебро. Сколько ж такая стоит? И она стоит $15 за метр. Ну, я считаю метр, потому что метр почти такой же длины, как и я. Очень красивая ткань. Обожаю вот эту ткань. Серебро, золото и... Вот оно какое-то уже золото. То же самое. Вот оно какое золото. Бери, не хочу. Ладно. Уходим отсюда. Все, пока. До свидания.